Она была справедливой. Да, просто до невозможности справедливой, веселой. Знаешь, я выгляжу сейчас плохо, але принаймні мене лікують, і мене лікують дуже добре українські лікарі. І я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Тому що їх сьогодні не лікує ніхто. То трагическое утро, она немножко опаздывала на работу. За ней приехал автомобиль где-то 8.20 утра, 8.25, и припарковался здесь. Это было как раз за пару минут до ее выхода. В этот момент человек, который должен был обливать ее кислотой, стоял как раз вот в этом проеме, как потом пояснила женщина, которая его до этого видела неоднократно здесь. В итоге Катерина вышла где-то 8.30, она вышла с подъезда, обошла вот так вот машину, здесь был водитель, дверь у него была приоткрытая в этот момент. Она обошла машину с этой стороны, начала здесь уже садиться в автомобиль, и в этот самый момент подошел обливающий, достал банку и начал поливать в район затылка. Он здесь, этот парень, облил Катю. Он как раз кинул здесь эту банку и побежал в эту сторону. Заходит парень и говорит, что можете набрать воды. Я говорю, девушку кислотой облили, я говорю, даже вещи поразъедала. Говорит, и машину, ну, разъела краску машины. Ну мы же давай бегом ему набирать воды. Потом начали подходить люди уже с 5-литровыми баклажками воды. Мы же тоже так же самое, ну, уже не отказываем. Просто набираем воду. Она была исполняющим обязанности руководителя аппарата Херсонского городского совета. В ее обязанности входили более такие гуманитарные вопросы, вот решение дела регистрации, непосредственно наш отдел общественных связей подчинялся тоже Катерине Викторовне. Все, я уже говорила, все сопровождалось юмором, весельем. Сейчас этого очень не хватает. На самом деле, здесь как-то очень тихо стало без Катиного смеха, потому что только она умела так заразительно смеяться звонко, только она умела так приходить на работу, чтобы все слышали, что у нас начался рабочий день, у нас тут совещания проходили в этом кабинете, какие-то мы пили кофе, обсуждали, что мы будем делать, обсуждали, какие у нас задачи на сегодняшний день. Ну, все осталось, мы ничего не трогали. Ничего, все так, как вот она, когда уезжала, последний день на работе была. Это был именно митинг противодействующих таких группировок против власти Херсонской, то есть Гордеева и Мангера. И при этом Катя очень жестко и хлестко высмеивала обе стороны. То есть она считала, что это результат борьбы за то, кому будет принадлежать право пилить лес.
И она очень это четко, там, понятно, с картинками, с фотографиями вывозимого прямо в этот момент леса, с фурами прямо. Вот, она это очень расписала. И это могло, действительно могло напугать и дать старт вот процессу организации убийства.